Всем здорово, с вами Лёва, и это третья часть «Что будет если?». В этой серии будет, точнее не в серии, а в части, будет новые анимации. Точнее, те анимации Джон Брейна, на которых я, к сожалению, не сделал реакцию. И начнем мы с той анимации, которую, очевидно, я не посмотрел. «Что будет, если починить машину?». В секретной комнате Санса есть такая машина, которая что-то делает. Мы не знаем, для чего она принадлежит. Интересно, можем ли мы разгадать ее тайны с помощью Пейнта? Погнали смотреть. Привет, Фриск. Вы открываете дверь и заходите. В ящике лежит серебряный ключ. Вы крепите его на ваш брелок. Привет, Андайн, привет, Папайрус. Не до вас сейчас. Вы открыли дверь и вошли. Чертежи. Вы не можете разобрать эти символы. Или, может, это просто такой почерк. Похоже, они как-то относятся к какой-то странной машине. Интересно, какой? За шторой находится странная машина. Кажется, она сломана. Вы нашли потайное место под плиткой. Ого! Вы нашли зуб мудрости. Чей это зуб мудрости? Риск уровень 1. Получен предмет «Зуб мудрости. Интеллект плюс 90». Теперь вы готовы починить машину Санса. Ну, погнали. Доктор Фриск. Чертеж плана, схемы, графика с машины Санса Гастаровича Пивчанского. Парус, здорово, я твои зубы возьму. Тори, я твои рожки возьму. Андай, я твою кепку возьму. Асгор, я твою лейку заберу. Ой, там монстренок, что он там делает? Ральзи, что с тобой делают? Пни меня! Нормально. Чем Фреск вообще занимается? Типичные ученые штучки, как всегда у этих яйцеголовых. Ага, простым смертным не понять суть нашей работы. Вот так вот надо. Вы успешно изобрели кофеварку. Слышь, машина, работай давай. Я тебя сейчас сурую, ты понял меня? Райт, Скотт, у вас получилось. Жаль. Делориан. Нормально. С помощью этой машины времени вы можете изменить прошлое. Интересно. Какое? Приборная доска машины времени для коммунитариев. Время, куда нам надо. Время, которое прямо сейчас. Чё-то там. Не жми сюда. Время, которое прямо сейчас. Вы написали, ты слышишь, у меня ICQ 95, а тот еще что-то водить должен. Заданное время. За 10 секунд до начала войны людей и монстров. За 10 секунд? О, здоров, Санс. Так, куда же я поднимал второй носок? Санс. Тут что запускать будут? Давным-давно
две расы правили землей. Люди и монстры. Но люди испугались монстров и решили начать с ними войну. Вы хотите забрать наши души? Мы у вас еще и пенсию отнимем. Но за 10 секунд до начала битвы, ну что теперь вякнешь, коротышка? Нифига ты огромный! Неожиданно появился маленький ребенок. Он достал автомат и перестрелял всех. Пить вино баунти, вражины будут в ауте. Ну все, ты меня достала своим алкоголем, пьянь. Нафиг валять отсюда. Пришло время переписать историю. Неожиданно появилась Антуха бездонная брюха. Она предложила выбирать. Купят точеные или селедки копченые, на какой сядешь стул? Что же выберут люди и монстры? Жрешь селедку, молодец! Не жрешь, тебе конец. Кто не жрет селедку, тот лох. Антоха, синяя арбуха! Дай мне тоже вписаться в историю! А мы можем и тут же прорекламировать бренд? Я хочу протолкнуть на рынок свои цветочки. Прочь, плебей! Только товары МТТ достойны того, чтобы их покупали. Перемешай, ты не приобрел тебе картык. Пейте кислый лимонад, и дантист вам будет рад. Берите желтые цветочки, вместо лейки ваши почки. Возьмите желтый сухарик. Новинки дня, паучий смузи и прессованная Сьюзи. Метатановые штанишки и с автографами книжки. Битва пила, цветика, глядитесь, приветика. Это все забавно, но мы отвлеклись от темы. Позвольте мне. Покупайте лайс. Неожиданно появился маленький ребенок. Он рассказал всем присутствующим о важности дружбы и понимания. Люди и монстры выслушали ребенка и согласились помириться. Ваше приключение закончилось. Решимость предотвратила войну. Но теперь началось то, чего вы никак не ожидали. Рутина. Вы с отличием закончили школу, а затем и университет по специальности физики ядерщик. Фриск, ты что, в Гордона Фримена хочешь превратиться? После чего вы успешно нашли работу в Макдаке. Свободная каша! Вы сделали все правильно. Вырастили дом, построили дерево и посадили сына. И все же мирная жизнь оказалась слишком скучной и пустой. Фриск? Ну конечно! У вас еще есть шанс все исправить. Даже есть наш старый друг. Делориан. Ну что ж, пора. Вы наконец осознали, что ваше место в подземелье среди друзей. Именно там прошли лучшие моменты вашей жизни. Тори нас спасла от Флауи. Папайрус и Санс устраивали головоломки. Антайн гонялась за нами, стремясь победить. Метатон со своим шоу. Победа над Омега Флауи. Наша поддержка до битвы с Азриэлем.
И счастливый конец. Приключения, опасности, открытия. Все это есть в мире монстров. Вы готовы на все, чтобы вернуться к ним. Даже если коронавирус. Ну, вали отсюда! Время, которое прямо сейчас. Самоуничтожение включено. И хоть вы и не изменили прошлое. Вы уверены, что так будет лучше? Ого, дыру проделали. Теперь ее чинить придется. Вот ты где, Фриск! Я удивляюсь, что это говорит Альфис. А мы тебя повсюду ищем, тряпка бесполая! Вы так счастливы снова увидеть старых приятелей. Эй, малой! Ты нигде не видел мою машину времени. Та затерялась где-то. Вы рассказали Сансу, что уничтожили машину ради всеобщего блага. Что? Че? Невозможно! Санс! Перестал! Улыбаться! Валим нафиг с этой планеты! А что такое? А я не понимаю, а что происходит? Тут какой-то хоррор или что? Фриск, ты вообще объяснишь это? Санс? Кажется, вот это называется бэдтайм. Санс, я просто не могу поверить! Правда убрал свой носок с пола! Знаешь, я давно собирался это сделать. Мне лишь нужно было найти ему пару. Я даже знаю какую! Аксанс! Запомните, дети, пространственно-временной континуум не игрушка. Пока-пока. Следующий ролик, ну уж очень упоротый. Ведь он первоапрельский. Что будет, если выпить пиво Milky Way, выпить водку Марс и закусить это все жареным снегом? Думаю, будет очень уж крутейший хаос. Видос довольно короткий, но что уж поделать. Погнали смотреть. Привет, Фриск! Еще разок! Итак, что у нас здесь? Пиво Milky Way, водка Марс, жареный снег. Ваш желудок, Алкомаркет. Круто. Телек. Что сейчас начнется? Что здесь за драки? Привет, я Санс Кастер Петрович. Треска парализовала, надо звать скорую.
I'm gonna do everything! Оно все перестанет бояться! Пошло на все к черту, это весь новый гем! Мы все тут сидим! Метаморфозис! Пока-пока! Слишком сильное действующее. Как и мой сухарик. Это была моя наихудшая идея. Надо обязательно повторить. Солнце светит прямо в глаз. Кто-то первый хуже нас. И все лайки на хлебас не намажешь. Пейте пиво для души, идите веселей. И вот комарс, и жареный снежок. Не забудь, орешки стань, дружок. Да, я плохо пою. Признаю. Как переводится имя Наклз? Костяшки! Конец! Yeah, I feel good. I'm Sonic the Hedgehog. Постоянно встречаются эти сундуки. Хорошо, что они не так часто встречаются, как в Майнкрафте или где-нибудь еще. Но эти сундуки могут даже и бесить. А вот что будет, если мы туда залезем? Интересненько. Как бы можно было попасть таким вот образом на поверхность или же куда-нибудь подальше от этого всего? Погнали смотреть. Привет, Фриск! Как будто я с тобой... Что, еще один визуальный баг? Не волнуйся, я смотрел все грехи по Undertale, поэтому... Вполне ожидаемый итог. Это сундук. В него вы можете складывать вещи или брать их из него. Такой же сундук будет и позже. Так что не волнуйтесь, возвращаться не придется. С уважением, любитель сундуков. Использовать сундук? Да. Нет. Грубая перчатка. Ой. Фриск? Есть какие-либо идеи? Если этот сундук телепортирует вещи в другой сундук, значит можно телепортировать и себя. Точно! Это круто, Ватсу. Ну погнали! Ой, а как мы так влезем? Куда ты летишь? Это в смысле? Так, и где мы? Санс где-то. О! Нифига себе. Пункт выдачи зарплаты. Сансыч! Давай ко мне, моя зарплатанька. Ок, но сначала заполни вот эти бумаги. Совсем офигел? Быстро гони мои бабки! Где деньги, Лебовский? Ладно, держи. Не такие бабки, Санс. Тикс. Ключик. Не влезай, убью. Стратегический запас. Кетчупа. А ну положи на место, малой.
оно мне важнее. Вы положили 10 литров кетчупа в карман. Креть. Что там такое? Инструкция по использованию унитаза МТТ для чайника. Первое, смыть танца, второе, повторить, третье, неизвестное, четвертое, ты профит. Супер. Ингредиенты для спасения из этой тухлой подземки. Первое, кетчуп санса. Ой, там что-то, ну, в углах написано. Короче, ну, крайне слева и крайне справа. Надо бы почитать, если оно появится еще. Если вы не пьете Марс, Сьюзи покарает вас. Сьюзи, привет! А это еще что за урод? Это Фриск, с ним все в порядке. А нафига? Фриск, ты как тут... Сьюзи, прекрати! Фриск, лучше беги! А ты как наверху оказался? Сьюзи, может хватит? Как ты разоел-то? Все, для меня реальность потеряла всякий смысл. Да сколько вас там? 50 интересных фактов. Я не успел дочитать. Капец, их много! Короче, анекдот. Купила Сьюзи топор, а он ей как что... Нифига себе, их столько! Нормально, ты разломалась. Я это не пилю. Вы положили сундук в карман. Ну, вполне нормально. В Майнкрафте также можно делать. Сьюзи, что с тобой стряслось? Слэш 4574, потом еще что-то. Короче, тут я нарисовал ВКВ, а то Бейк тормозит и синапит. Блин, не успел дочитать. Жаль. И как ты диван сюда положил, мне интересно знать. О! Привет, яйцо. Чё тут у тебя? Теплое золотое и драгонье яйцо, арбалеты, стрелы, гиря весом 1 тонну. Наверное, вот это надо? Привет, риск. Ой, только не пугайся. Он нормальный. Как арбалет стреляет, как автомат. Ой, мы падаем. Опля. Вы положили гирю весом 1 тонну в карман. Там что, 10 стаков алмазов? Интересно. Если нам ничего не хватает, деталей с логика, плюс 1 грех. И вот этого пейнта вы должны запереживать. Как ты спишь и одновременно орешь? Чё спим? Не понимаю, куда подевался человек? Зачем еще мне теперь повышать самооценку? Давай за мной. Я, в принципе, нормальный. Пространственные ящики. 1, 2, 6, 9. Тор лох-локи рулит. Ладно. Пространственные ящики. 9, 9, 9. Вы положили карман в карман. Нормально, карман в карман ложить. Итак, нормально. Ингредиенты собраны, пора валить отсюда! Итак, вот мы здесь. Итак, вещи. Кетчуп, санса, сундук какой-то там, гири, 1 тонна, карман Альфис, используйте.
Давайте, пусть пока он там делает всякое такое, я буду водить кот. Чтобы хоть что-то-то подготовить, да потому что это непостижимо. Если он что-то не подготовит, я ему лучше и помогу. Готово. Представляю вам семь чудное творение. Вы собрали устройство для сваливания из подземки. Ладно. Готово. Давай еще раз. Готово. Давай еще раз. Должно с третьего раза. Супер. Вы успешно свалили из подземки. Че? О, здорово, ребят! Очень так, всю игру запорол. Даже со мной не подружился, гад! Попарусь, что с твоим лицом? А теперь пшел обратно и проходишься честно, чтобы я вырвала твою душу. Блин. Не теряй решимости, соплина. Асгор, давай без оскорблений. Продолжаем бухать. О! Фриз, Куня! Да подожди, прекрати! Да мы еще успеем свалить! Да блин, мы подорвали все подземелье! Теперь вы по-настоящему свалили из подземки раз навсегда. Но так ли это? В смысле? Конец невозможен. Здесь были джемиты. Конец! Можно понять, что такова битва неизбежна. Возможно, она будет неизбежна во всех смыслах. Я говорю про битву с Азриэлем. А что будет, если он победит? Ведь мы же не можем умереть в этой битве. Наша душа постоянно воссоединяется. А что было бы, если бы она не воссоединилась, или бы что-то еще произошло? Погнали смотреть. Привет, Азриэль. Приветик. Чара, ты здесь? Это я, твой лучший друг. Азриэль! Дримур! Ай. Блин. Ай. Ай, типа притворяюсь, что мне больно. Пиу. Ай. Блин. Ай. Так. Господи. Ай. Ай. Дай. Хватит меня избивать. Похоже, решимость все-таки подвела тебя, Чара. Это означает, что... Твоя душа принадлежит мне. Ой, Фриск без лица. Теперь ты никогда не покинешь мою игру, Чара. Ты, я, твои друзья, семь человеческих душ и весь подземный мир.
этого быть в играть вечно. Unreal Tale. Для начала развлеките мне, меня, мои бездушные слуги. Покупайте лапшу, Ралто. И это все, на что вы способны? Да мы за тебя костьми ляжем. Шашки! Он меня выиграл! Зачем летят как перышки? Премьера кино Фильм 5, полное название вертолет это плавающая корова рядом с колючей акулой в присутствии собаковидной тучки и еще чем-то. Судья номер 1, 1, 10, судья номер 2, помогите, это козел украл мне. Не, эти бездушных собаков уже совсем не такие интересные. Азриэль Альтевич, можно мне вернуться в свою игру? Вернешься, когда меня там наконец покажут. Они что-то будут делать? Парам-парам-парам-пам, парам-пам, 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 парам-пам. Какой смысл повелевать всеми, если они настолько серые и скучные? Дважды уж счет. Даже современных игрок ее нет. Неужели я должен вернуть всем им души? Иначе я просто помру от вечной скуки. Фриск? Что с вами происходит? Они в амальгаметов превращаются! Вы что? Пытаетесь напугать меня? Нет! Пожалуйста, не обижайте меня! Чара! Приветствую! Чара! Зрель, давай без оскорблений! Не возвращай никому души! Лучше отдай их все мне! Ты все еще хочешь разрушить барьер, как мы планировали? Нет. Я хочу уничтожить мир. Что? Я уничтожу все в этой вселенной, кроме шоколада и ножей. И кроме полосатых свитеров и коричневых штанов? И кроме кроссовок Абибас Терри Голдов. И кроме журнала «Горячие фриски», что торчит у тебя из-под кармана? В общем... Сейчас же отдай мне души! Ни за что! Неправильный ответ. Но память о старой дружбе. Я обещаю, что твоя смерть будет быстрой. Нет! Куда ты полетел? Взять его! Да куда вы поехали? Да и вы туда же! И вы туда! Крутецкая погоня! Что это за пистолеты? Ай!
Не получилось. Ой. Блин. Санс, папайрус, давайте. Кетчуп и спагетти. Нормальный прием. Ой, паучок. По-любому постройка мафт. А где это мы? Жареный снег. Мы в ядре? Вот ты и попался. Попрощайся с этим миром и стань ничем. Тогда я сделаю то, что нужно было сначала. Не, не слышишь. А. Понятно. Прости, Чара, но теперь ты не уничтожишь мир. Это была твоя последняя ошибка, коровий сын. Пригнись! Вот и все. Азриэль! Азриэль! Это вот так вот приветствуется. Не парься. Возраст так принято встречать пропавших родственников. Да и не парюсь, Санс. Ну что, сынок, готов поливать цветочки 24 часа в сутки. А все свободное время проводить за учебой. Что это за дисциплина так такая? Мам, пап, простите. Но я не могу остаться с вами. Без души я скоро стану цветком, и я должен покончить с историей Чары и искупить свои грехи. Азриэль, нет! Всего хорошего, и спасибо за рыбу. За андайн, что ли? Пока. Да, дай. Press F to pay respect. Ставь луцки, если тоже вспомнил этот мем. Отсылка на Терминатора. Критическое задержание жареного снега. Экстренное отключение мозга. Блин. Интересно. Зачем меня вообще притащили в эту игру? Чтоб ты посмотрела, как она выглядела. И для какой-то неспешной шутки, верно? О, динозаврик. И остались от нее только рожки да ножки. А чё, Соник там? Соника там не было. Да они там кайфуют. Это куды? Стойте! Вы Тэмми и Джевила забыли. Да они там кайфуют. Конец! Кошейте жарани снег.
Кого? Что? Плюс еще одно, последнее уже, к сожалению, но первоапрельский ролик. Что будет, если выпить все напитки и закусить орешками? Интересненько, как будет это смотреться на вкус. Стоп, как вкус можно смотреть? Что-то у меня уже совсем крыша поехала от этого алкоголя и орешек. Ну да ладно, погнали смотреть. Привет, Эми. Привет, Джавил. Пейнт не надо. Тупой алкаш на упоротый видос на 1 апреля. Ну погнали. Итак, Фриск. Привет. Крис, здорово. Вкладка сообщества. К вашим услугам. FBI open up. Нам реально нужно это сделать? Да, зрители просили об этом целый год. Было приятно с тобой познакомиться. Ты тоже гори в аду, чертяка. А я возьму сухарики. И перемешаем это все. Я помешаю это все чипс. Никогда теперь более! Приветик, Цветик! Пошел нахрен, Цветик! Дайте сюда! Сюда! А других мирах сюжет нормальный, и персонажи трезвые. Я больше не хочу жить в этой алкаштейл. Да, все выглядит стрёмно, но знаешь, нас тут ничто не держит. Можем взять и уйти. Вдвоем гостим другим солнцем и пасом, а? Отличная идея! Идем собирать вещи! Да катать ее на йоги Ири! Зрителям нужно поглишка, и мы дадим его им! Бухай! 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 Да! Ох, ад как штормит! И до вашего! Аж, как сейчас невероятно встретиться с тобой, мой паянцевый друг! Намедли я имели несчастье вкусить просроченных червей! Но не беспокойся, я обойдусь с тобой, как настоящий джентльмен! Твою мать! Извиняюсь за выражение! Что
Что будет если? Официальная серия про Бухич. Андерус. Это вы. В смысле, это я? Да, это я, типа. У меня крыша поехала от этого Milky Way. Точнее, от сухариков и чипсов. Конец! Мисс не делай тому выебуть в аниматую историю! Канон изничтожен! Персонажи разгромлены! Тотальный хаос! Да кто угодно сумеет все испортить, чертовы идиоты! А сможете ли вы сделать хоть одну нормальную серию? Nope. Не-а! Directed by John Brain. Executive producer John Brain. Потом еще со-executive producer. А, короче. Все John Brain вложил все. Я ничего здесь не делал. Я так тут лишний, всякий такой, и типа вы сами все поняли. И он крутой алкаш, который создал все эти крутые. Значит, в конце сезона и ждет настоящее кроватное время. Ох уж этот мелкий. Блин. Постоянно придется отчухаться или пощечинами, или кулаками от этого всего Milky Way. Ну да ладно. Я тоже, пожалуй, иду в запой, но только не буду употреблять настолько. Чтоб меня вообще не снесло с крыши, и я не выкладывал ролики еще где-то 3 месяца или полгода. Эх, но я подожду сколько угодно. Я столько же жду финальную анимацию, сколько и выход Киберпанка 2077. Хм. Интересно, будет такое впечатление, или интересно такое будет совпадение, когда видос Джон Брейна выйдет наравне с Киберпанком. Будет уж очень весело. Ну да ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был Лёва. Не употребляйте такое количество, потому что потом вы сойдете с крыши и всякое такое. Всем пока и ожидаем финала.